В очередной раз в мае в столице прошел спортивный фестиваль Olympic Fest 2018, который собрал как профессионалов, так и любителей спорта. В соревнованиях могли принять участие все желающие без исключения. Праздник начался с официального открытия, раздачи футболок с символикой фестиваля и марафона, где бежали дети, взрослые, бабушки и дедушки со своими внуками. В общем, 14 тысяч человек, решивших продемонстрировать свои возможности. Помимо забега, можно было поиграть в бадминтон, пинг-понг, большой теннис, попробовать себя в различных видах борьбы, в футболе и во многом другом. Уже хорошая традиция. 27-й год подряд мы организовываем это мероприятие. Очень рады, что много участников. Вы видите, столько мероприятий, 20 видов спорта, и веселые старты, и все другое. То есть интересно, и надеемся, что наши олимпийцы, которые тоже присутствуют здесь, чемпионы, призеры Олимпийских игр, хороший пример дает для молодого поколения, чтобы они тоже занимались спортом. С каждым годом Olympic Fest становится все масштабнее. Привлекаются новые организации, создаются новые спортивные зоны, и все больше людей вовлекаются в происходящее. А это и есть главная задача фестиваля – повысить интерес к спорту. Стоит отметить, что благодаря ежегодному росту уровня фестиваля Международный Олимпийский комитет признал фестиваль в Молдове лучшим в мире. Очень активно участвует Федерация школьного спорта. Очень много этих учащихся колледжей, где они проводят веселые старты. Совсем другой формат приобрела зона баскетбола тоже. Вот, красивая зона, и они провели тоже красивые конкурсы. Уже по традиции обязательной частью мероприятия стали состязания журналистов. Представители 7 телеканалов с азартом боролись за победу, бегая, прыгая, падая и, главное, искренне получая удовольствие от происходящего. 3, 2, 1, Два года подряд команда телеканала СТС завоевывала золото, так что настрой был боевым. В этом году мы вновь отличились сплоченностью команды и стремлением к победе. Завершился очередной Olympic Fest, в котором мы участвовали. Еще раз доказали, что мы сплоченная команда, было весело, задорно, были сложные довольно этапы и испытания, но мы справились, поэтому довольны результатом, хотя, конечно же, можно было еще лучше. Ну, лучше было во все предыдущие годы, так что в этом году мы золото уступили, но от этого эмоции не меньше, и настроение все равно отличное, потому что это было здорово и задорно. А самое главное – это наше название команды, Саша. Самое главное – это то, что мы не жадные, поэтому мы делимся золотом. И у нас достаточно высокий результат, если учесть, что я даже не в кроссовках. Каждому, для кого спорт еще не стал образом жизни, следует помнить, что начинать никогда не поздно. Главное – сделать первый шаг. Так что отправляйтесь на свою первую пробежку, и пусть результатом будут не определенные километры, а хорошее настроение и самочувствие.